Современный рынок криптовалют стремительно развивается и охватывает все больше сфер нашей жизни. Появились такие термины, как децентрализованные биржи, DeFi, блокчейн и многое другое. Большинство проектов, связанных с криптовалютами, призваны улучшить жизнь простого пользователя. Благодаря блокчейну удалось не только избавиться от посредников, но и значительно снизить комиссию с транзакций и увеличить доходы держателей монет. Одним из проектов, которые помогают получить прибыль с этой перспективной отрасли, является Notes, который позволяет токенизировать частные инвестиции в предпродажные и посевные раунды. Сегодня мы по достоинству оценим этот проект, а также сделаем выводы о его актуальности и выгодности для инвесторов. Notes примечателен тем, что использует 40% своих доходов для покупки и сжигания NDC, который является внутренним токеном. Таким образом, проект возвращает деньги своему сообществу, обеспечивает себе стабильность и развитие. Этот процесс происходит следующим образом. На открытом рынке покупаются токены NDS и отправляются на адрес, ключ которого не контролирует ни один пользователь. Таким образом, токены блокируются и не влияют на будущую цену NDS. Сжигание провоцирует дефицит токенов, благодаря чему повышается их цена, которая в соответствии приносит прибыль держателям, закупившим их по более низким ценам. Почему стоит инвестировать в Notes? Никакого KYC. Пока другие проходят идентификацию на теневых сайтах и рискуют предоставить свои данные мошенникам, Notes позволяет оставаться анонимным. Механизм сжигания. Как уже говорилось ранее, 40% доходов применяется для покупки и сжигания NDS. Благодаря грамотно построенной схеме сжигания токенов удалось добиться стабильного роста проекта, а также прибыли для держателей NDS. Частные продажи. Благодаря тому, что Notes инвестируют в частные продажи, пользователи получают высокий уровень дохода. Команда проекта старается предоставить своим инвесторам наиболее комфортные условия, а также обеспечить им максимальную прибыль. Если руководство заключает, что проект на момент запуска недооценен, позиция удерживается до более позднего срока. В противоположном случае, когда выявлено, что проект переоценен, распродается все или часть токенов относительно конкретного графика распределения. Таким образом, каждый раз, когда происходит распродажа, часть выручки конвертируется в NDS-токены и сжигаются, принося пользу всем инвесторам. Благодаря этому удается привлечь больше людей, тем самым повышая свой имидж и известность. Команда Notes тщательно отбирает продукты, которые она инвестирует, тем самым обеспечивая максимальную потенциальную прибыль для инвесторов. Балансированный рост позволяет максимально разнообразить портфолио проекта, предоставляя инвесторам максимальный доступ к разнообразному ландшафту DeFi. SoftCap составляет 90 ETH, HardCap – 120 ETH. Если достигнут SoftCap, но HardCap нет, все нераспроданные токены будут сожжены перед стартом на Uniswap. Цена предпродажи. 1 ETH равен 166,6 NDS. Цена на листинге будет одинаковой. 50% собранных ETH будет использовано для увеличения ликвидности Uniswap. 50% собранных ETH пойдет на основной бизнес Notes, а именно на инвестирование в частные продажи. Если получится достигнуть SoftCap 100 ETH, то 50 ETH пойдет на начало инвестирования в частные продажи. Если SoftCap не будет достигнут, то все средства будут возвращены. Стоит отметить одну особенность проекта. Как только у пользователя набирается 350 NDS, он будет приглашен на частный инвестиционный канал Noti. На нем ведущие держатели NDS будут рассказывать о инвестиционных стратегиях проекта, а также пользователь сможет получать максимальный фидбэк от сообщества, чтобы лучше различать молодые перспективные проекты в индустрии DeFi. Таким образом, инвесторы получают хорошую возможность поднять свою прибыль, а также помочь проекту в развитии. В будущем это определенно принесет свои плоды, так как проект получает стабильность и развитие. Имея токен NDS, каждый инвестор получает в свои руки хороший инструмент, который принесет ему большую прибыль. Сам проект перспективен и постоянно развивается, поэтому хорошей идеей будет приобрести NDS по нынешней цене, чтобы в будущем фиксировать большую прибыль.
Благодаря грамотной финансовой схеме и обширным возможностям, любой инвестор может приумножать свой доход, а также продвинуть вперед новую революцию в сфере DeFi. Если вас заинтересовал данный проект, то рекомендуем ознакомиться с ним лично на их официальном сайте, ссылку на который вы сможете найти в описании под роликом.